Ну что, ты готова потерять сознание? Угадай, кто вышел из ювелирного с красным пакетиком. Боже. Это тебе. Ты должна изобразить удивление. Давай, спрашивай, ты выйдешь за меня? Глаза шире, удивление. Ничего, есть время тренироваться. Серьги? Да, они будут согревать твои ушки, пока я в Дублине. Старая традиция, ирландская. Женщина может сделать предложение мужчине 29 февраля. Папа, я не полечу в Дублин. Я не умру непомолвленной! Дамы и господа, вынуждены посадки в Уэльсе. В Уэльсе? Здрасте, мне бы такси до Дублина. К вашим услугам, миссис. Я вас отвезу. Спасибо. Сделаю предложение своему любимому, 29-го. Неужели? Да, вот так взяла и раз. И раз? В жизни больше глупости не слышал. Этой зимой. Давайте, коровки, расходимся. Вот уж не думал, что вы свободно изъясняетесь на коровьем. Девушка, у которой все всегда под контролем, узнает, что может произойти. Ты мне телефон спалил. А ты деревню обесточила. Если этот контроль потерять. Ой. Держи ее. Моя тачка. Мой Дублин. Комната есть. Но вы женаты, да? Мистер и миссис? О'Каллахан. Прекрасно. Я так соскучилась. Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти. Сквозь занавеску все видно. И неправда. Правда? Чур не подглядывать. Вы молоды, женаты и влюблены. Покажите поцелуйчик. Черт подери, сынок. Поцелуй ее как следует. А, совсем другое дело. Эми Адамс, Мэтью Гуд. Когда жизнь преподносит сюрприз... Простите, ради бога. Не бойся броситься в него с головой. Анна. Да. Анна. Ты выйдешь за меня? Високосный год.